Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. Сейчас готовлю обед. Показываю вам, что у нас сегодня будет как основное блюдо. Будет очень простой обед. Смотрите, это кусочки курицы, которые готовятся в утятнице. Здесь их немного, 4 кусочка. Получается как раз нам на один прием пищи. Я их обжарила, эти кусочки курицы, потом добавила лук, морковь. Притом морковь порезала длинными такими кусочками, нам нравится. После того, как все это немножечко обжарилось, я залила водой, потушила минут 15. Сейчас добавила еще больше воды и засыпала гречку. Готовлю, то есть это блюдо по принципу плова немножечко. Добавила, конечно же, специи. Рубленый чесночок немножечко. Все, засыпала гречку. Сейчас закрою крышкой. Гречка у меня зеленая. Во Франции продается гречка двух видов: обжаренная и зеленая. Такая вот получается как сырая. Обжаренная стоит чуть ли не в два раза дороже, чем зеленая. Не знаю почему. Я, например, предпочитаю зеленую, потому что, насколько я знаю, она полезнее, чем обжаренная. Ну, в принципе, она варится быстро, зеленая. Мне очень нравится. Покупаю в биомагазине. Сейчас покажу вам, как выглядит. Если меня сейчас спрашивают, по каким продуктам я скучаю, которых, например, нет во Франции, я единственное, почему скучаю, это по творогу. Хотя что-то очень похожее на наш творог можно найти, опять же, в биомагазине. Можно, можно, можно. Так что особо, чтобы я почему-то скучала, ну, такого нету. Сейчас оно у меня 15 минут под крышкой все это поварится, поготовится, потушится. Я потом выключу. Оно еще немножечко постоит. И будет вот такой вот у нас незамысловатый сегодня обед. Просто, знаете, была курица. И как-то не хотелось больше ничего особо сегодня выдумывать. Все, закрываю крышкой и ставлю на маленький огонь. Сейчас будем приделывать эти полочки, что я купила, картину. Вот такие вот у меня помощники. Куда вы? Бомбонечка, осторожно с этим, не надо. Мама, знаешь что? Не надо, дай ему одно зеркало лучше, не надо полки. Вот так, чтобы я ехала. Да, ну дай ему одно зеркало, Милан, то эти полки я боюсь. Сейчас, смотри, Адрианчик, вот, посмотри. Кто это? Ой, скажи, ой, кто а это? Где Не надо кусать ничего. Аккуратно с этими полочками. Сейчас будем приделывать. Скажи, выпустите меня на волю. Скажи, выпустите. Нечестно так. Немножко заблокировали, потому что вообще ничего не получается с этим мальчиком приделать. Поиграйся в кроватке, да. Поиграйся в кроватке. Поиграйся в кроватке, да. И скажи, ну вы бессовестные. Скажи, вы бессовестные все. Thank you.
Вот что у меня получилось. Конечно, больше всего я делаю такие обычные суши, просто что с разными начинками. Еще одна тарелка сделала с креветками. А это суши специально для Миланчика с огурцом, ветчиной, сыром. Вот такие вот они получились. Миланчик, специально для тебя. Это имбирь. И соус мы покупаем все в китайских магазинах. Вот такими литровыми бутылками. Имбирь выглядит вот так. То есть у нас все есть. И васаби вот. В принципе, домашние суши можно накрутить сколько угодно. Все, всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Приехали с Миланчиком на площадку. Новая площадка для детей постарше была закрыта. Приехали на такую маленькую, где лучше всего малышам. Папу оставили дома с бумбосей. Никого нет на площадке, пустая. Люди гуляют, тут прогуливаются. Сегодня у нас так ветрено и прохладно. Думаю, меньше, чем 6 градусов, где-то может быть 4, где-то так, 3 градуса. Уточки плавают, им ничего не страшно. Что? Ну, я же качаю. Уже мог бы сам, давай уже. Сидишь на качельках для бебешек. Это для Дрянчика, а не для тебя уже такие качельки, а? Мистер. Ага. Мам. Ну что, мам. Ага. Вывела проветриться хотя бы одного, потому что энергия никуда не выходит. И дома вдвоем они с Адрианчиком вверх ногами все поднимают. Правда? Правда. Поэтому вывела хотя бы одного подышать. Второй вот спит с папой. Телята пришли травку покушать. Лили, де, фи, лили, де, фи, та, о, ки, о, жидо. Жидо, très bien. Та, о, ки, не, па, тре, ра, шу, ре, кар, лили. Et tra Lily et ra pi de et dou et doué oui point elle bat scule elle bascule taoki le делаю им уроки. Кстати, видите? Быстренько скажу, Миланчик, извини. Когда их учат читать, то вы читаете все, да, Милан? Все да. Слова и плюс знаки препинания. Как мы вот это читаем? Дегиме. Дегиме, oui. А как мы говорим, мы открываем скобочки? Как мы говорим по-французски? On ouvre les guillemets. Voilà. И ça? Point d'exclamation. D'accord. Comme moi, ça. C'est для меня даже... Comme ça. Ouche. 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 Ouvre les guillemets, ouche. Я уже не помню, у нас тоже так учат или нет. Давай, Миланчик, дочитаем. Давай, дочитаем и будем ужинать. У нас сегодня папа заведует ужином, готовит суп фо. Покажу вам, как будет выглядеть. Процесс уже не снимаю, уже как-то показывала. Вот как выглядит папин суп фо. Правда, сегодня у нас не было всех ингредиентов. Так что тут большая часть импровизации. Но все равно, думаю, будет вкусно. Приятного аппетита, мальчики. Приятного аппетита. Если подынживаешь мексис, если подху... Ну, папа учит своих мальчиков собирать мебель. Купили шкаф для обуви. Сейчас будут все втроем собирать его. Только один нам не понадобится. Да. Почему? Он тоже помогает. Чусюх, сыпа, дынжевас, шмит? Да. Ну, как?
Миланчик-то уже умеет, ты всегда папе помогал, правда, Милан? Да. Дансабуш, ну. Сейчас он пытается или да, Миляна Викса, а? Уфтабуш. Швекси. Пытается или да, а? Все. Уфтабуш. Флёр, у нас уже другой день. Нахожусь на подземной парковке, поэтому такой свет плохой. Ладно, надеюсь, что вы меня видите. Что я здесь делаю? Я была на встрече по профориентации, на которой моих детей назвали тормозом. Сначала я обиделась, но действительно это у них во Франции есть такая формулировка. Если существуют какие-то, скажем так, препятствия, которые мешают развитию вашей карьеры, будь то дети, какое-то там семейное положение, ваше физическое состояние или что-то еще. Ну, в общем, это может быть все, что угодно. По-французски это называется «фрон». Дословно, ну, действительно, тормоз, который тормозит развитие вашей карьеры. В общем, потом вам расскажу, возможно, подробнее, что это такое. Дело в том, что я сейчас активно ищу возможность получить образование во Франции. Для меня это все не так легко, потому что все-таки у меня двое детей, у меня нету человека, который бы мог на какое-то время хотя бы, на время сессии оставаться с моими детьми. В общем, у меня такой возможности нету, поэтому единственный вариант получить французское образование для меня — это дистанционная учеба, то есть чтобы учиться дома и, возможно, сдавать экзамены уже... Хотя во время вот это вот всего, что творится вокруг, возможно, даже экзамены уже будут происходить по Zoom, по Skype, или я вообще не знаю как. То есть сейчас я активно ищу эту возможность. Все непросто, но я надеюсь, потому что мне очень хочется. У меня есть желание, у меня есть силы. Пока еще не сильно старая. Для россиян еще, знаете, немного все проще, потому что их дипломы можно во Франции легализировать. Наши белорусские дипломы не нужны никому. Я вообще не понимаю, почему россияне, которые живут во Франции, они могут хотя бы свое водительское удостоверение поменять без экзаменов, без доплат, без опять прохождения той же самой учебы. Они просто меняют свое водительское удостоверение и получают французское. Мы белорусы, у нас нет вообще никаких прав. Мы приезжаем за границу и начинаем свою жизнь с чистого листа. Машину даже ты не можешь водить, тебе надо заново идти учиться, как я через все это проходила. Я вам, кстати, в одном из следующих видео расскажу про свою эпопею с французским гражданством, на какой стадии у меня сейчас все это находится. Дипломы наши можно как-то соотнести к французским. Есть такая организация, тоже, возможно, если это кого-то интересует, расскажу в
одном из видео, куда вы посылаете все свои дипломы, и там проводят, ну так опять в кавычках, примерную параллель к французскому образованию. То есть вот ваши дипломы белорусские, и вот что примерно они значат во Франции. Много всяких нюансов, и опять же говорю, если у меня что-то получится с этой затеей, я надеюсь, что... Очень сильно надеюсь, конечно, что получится, то я вам обязательно расскажу. А сейчас я приехала по-быстрому в деревню Бутиков, которая здесь находится, в Анфлёре. Надо купить мужу подарок, потому что он в каталоге выбрал себе ботинки, которые ему очень сильно понравились. Он мне сказал, вот, хочу их, купи мне на Новый год, и будет классный подарок, скажу тебе спасибо. И когда я их купила, что вы думаете, он мне сказал? Что они ему не нравятся. Все-таки без подарка мы же не оставим папу. Я уже купила ему рюкзак, тоже постараюсь показать в этом видео. Купила ему шарф классный из 100% кашемира. 2 года назад, наверное, я покупала ему в Париже в галерее Лафайет шарф. И он его благополучно забыл в транспорте. Поэтому в этом году я ему купила на Рождество новый шарфик. Получается, уже 2 подарка есть. Шарф, классный рюкзак Самсонит. И вот хотелось что-то еще, но так как с ботинками все прогорело, поэтому, будучи уже здесь, в Анфлёре, забегу по-быстренькому в деревню Бутиков, посмотрю ему какие-нибудь, может быть, не знаю, в общем, короче, быстренько беру вас с собой. Вот как выглядит деревня Бутиков в Анфлёре. Она совсем небольшая, не такая, как у нас была в пригороде Парижа, зато есть пальмы, есть своя небольшая галерея Лафайет. Зайдем сейчас, посмотрим что-нибудь, если я найду. Минус 30. Видите, это и так аутлет, и плюс минус 30% до 24 декабря. Посмотрим. Thank you.
Довольная, возвращаюсь домой. Довольная, потому что урвала очень хорошее пальто по отличной цене. Потому что уже была цена аутлета, плюс скидка 30%. Отличное качество, плюс купила Адрианчик. Увидели, какой костюмчик? Там маечка теплая, как курточка, и штанишки. И все это стоило, цена аутлета 23 евро. И плюс скидка 30%. То есть вообще отлично. Я ему буквально на выходных покупала в H&M штаны, какие-то брючки и кофту. И за это плюс носки заплатила 35 евро. То есть, а здесь три вещи отличного качества. Супер цена, я считаю. Так что я довольна. Есть у меня хорошие подарки мужу. Надеюсь, он будет доволен. Он меня еще тот привереда, если честно. Постоянно говорит, что ему ничего не надо, не надо, не надо. А потом, если я куплю какой-нибудь свитер или что-то еще, он скажет, ой, ну и что это за подарок? Да, он может так сказать, представьте. Так что в этом году я уже хорошо подготовилась. Выезжаю из аутлета. Все бутики работают, людей очень мало. Так что отлично. Мост Нормандии впереди. Видим, он на камере виден. Вон, видите, справа. Еду домой. Пока муж поехал за Миланчиком, быстро покажу вам рюкзак. Пальто я вам уже показала. Взяла размер XXL. Надеюсь, будет небольшой, но спросила там у девчонок, что мало мерит немножечко. Хотя мне вот эта марка подходит размер в размер. Вот, смотрите, какой рюкзак. Если мне сейчас бомбосик даст показать. Можно я покажу, сынок? Марка Самсонит, как я уже говорила. Мне кажется, так она называется. Ой, блин. Уже Адрианчик все обслюнявил. Я очень им довольна. Он мне понравился на сайте. И вживую тоже оправдал мои надежды. Он большой, очень вместительный. Здесь два больших отделения. Здесь классные вот такие сзади ремни. Вот эта штука, знаете, для чего вот это? Видите, такая сквозная? Для того, чтобы, если, например, вы путешествуете, его можно, этот, рюкзак надевать на ручку от чемодана. То есть вы просовываете вот так вот ручку, и получается, что вы везете свой рюкзак на чемодане, и он не падает. Здесь очень много всяких кармашков дополнительных. Видите, боковые. Вот здесь тоже есть кармашек. Да, короче, мы довольны, правда, сынок? Смотрите, здесь еще тоже. Аккуратно, аккуратно, Дрянчик так быстро уже ползает. Так что вот я очень-очень довольна. Вот так вот он выглядит. Туда Дрянчик может поместиться. Кажется, что тут пятнышко какое-то, но на самом деле это просто у Дрянчика слюнки текли. Удобная вот эта ручка тоже такая. Прорезиненная, или как сказать. То есть, ну, вместительный большой рюкзак. Это, по-моему, размер L. Они есть разных размеров. Женские есть S-ки, M-ки. И вот это вот мужской L. Очень довольна. Понравился. Что? Чего ты падаешь? Сейчас я вас съем. Все, всем большое спасибо за внимание. Будем прощаться. До встречи в новых влогах. Не забывайте, пожалуйста, поддержать лайком это видео, если оно вам понравилось. И не забывайте подписаться, если вы все еще не подписаны. Не знаю, чего вы ждете, потому что у меня на канале много всего интересного. Говорю всем пока-пока.